Брызги воды и море эмоций. Более сотни детей сразу из нескольких адлерских школ целыми классами отмечали День знаний на водных горках и в бассейнах. Такой подарок в честь начала учебного года сделал для детей аквапарк «Амфибиус». Для парка водных развлечений это уже давняя традиция. Свои двери для школьников он открывает в День защиты детей и 1 сентября. С утра и до самого вечера кататься на аттракционах дети могут абсолютно бесплатно. Для каждого из приглашенных этот день стал большим праздником и уж точно запомнится надолго. Хорошо, много горок, прикольно. Эта желтая горка очень крутая, очень быстрая. Можно очень быстро на ней прокатиться. Сегодня 1 сентября, сегодня первый день школы, но мы-то здесь веселимся как не знаю кто. Мы не ожидали то, что мы пойдем как бы с классом всем 1 сентября на в этот в аквапарк, и мы здесь все вместе. Бесплатно, 7 часов. Да, бесплатно. Просто на всех можно покататься. Короче, круто. Впрочем, детей ждали не только водные развлечения. Скучать ребятам не давали веселые аниматоры. Компания пиратов подготовила массу конкурсов и развлечений. Одним словом, праздник удался. Дети и на линейку сходили, и на водных горках с удовольствием покатались. Такое 1 сентября – это заряд на весь учебный год. С благодарностью отметили школьники.